Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Stick War Legacy. Ну что, у нас две новые миссии. Давай посмотрим. Так, это получается 221 и 222. Ну что, поехали, на нормале, естественно. 8 очков действия нам дают для улучшения. Ну а если я, например, сделаю вот так вот, как обычно, ребята. Когда очень мало очков, лучше потратить их на мечника. Возможно, возможно и нет. Посмотрим. Так, уничтожить статую врага. Так, у него сразу бегут эти обалдуи. Ну и тогда мы тоже будем. Так, сколько у нас? 2 плюс еще 2. 4 всего лишь. Давай тогда сделаем 5, чтобы их было. Здесь пока нам ничего не нужно. Ох, ёк-макарёк. Ребята, у него капитон. Причем улучшенный. Кого он там еще? Блин. Да ну, так нечестно. Так нечестно. У него тоже, ребята, эти копейщики. Все в усиленной, в улучшенной броне. Слушай, может быть, нам тогда накопить на мага? Как вариант. Что скажешь? Слушай, он клепает и клепает одного за другим. Дай-ка я, наверное, все-таки ускорю наших добытчиков. Я хочу сделать как можно быстрее мага. Я надеюсь, у него хотя бы лучников не будет, а то мои маги здесь, ребята, будут бесполезны. Великанов у нас здесь тоже нету. Лучников брать, но они, опять же, не прокачаны. Смысл? Нету смысла. Так, ладно, у него один капитон, три мечника. У нас будет с тобой один маг и 6 мечников. Это фигня полная, ребят. Слушай, пока он никого больше не делает. Это пока. Что там ему сейчас в голову взбредет, я не знаю. Может быть, он на меня ориентируется, смотрит, что я призову, и он начнет что-нибудь клепать. Если я сейчас, например, вызову еще одного мага. Предположим, что нам это даст? Ё-моё, вот и лучники, ребята, у него все-таки есть. Все-таки вызвал он лучников. Блин. Я так и понял, он еще и ни одного лучника вызывает. Тогда я вызову еще одного мага. Блин, может напасть на него? Третьего лучника делать? Или капитона все-таки сделать? Блин, как лучше-то, а? Что тут можно нам сделать? Ну, так, вот это что такое? Я не знаю, друзья. Это можно, в принципе, посмотреть в лавке, да? Это у нас... Капитон метает свои копья и наносит удвоенный урон в течение 20 секунд. Это чисто для капитонов. Ладно, я сделаю, знаете, для чего сделаю? Чтобы лучники не смогли пробить. Пускай копейщик будет идти, они будут в него. Так, он еще одного капитона сделал, ну ё-моё. Мне это вообще не нравится. У меня еще копейщики не прокачаны, ни шиша. Слабончики, так скажем. Дай-ка я еще сделаю отряд. Хотя, если мы, например, сделаем очень большой отряд наших мечников, то, в принципе, мы можем любую армию порвать. Ну, если, конечно, он не сделает огромную армию чисто из-за них копейщиков. Понимаешь, да, о чем я? Сейчас попробую я на него напасть. Опять же, друзья мои, вырубил я музыку, потому что она под запретом. Я уже вам говорил в прошлых видосиках. То есть на нее наложены авторские права, поэтому сейчас ее нельзя. У меня многие видео, которые были раньше сняты, мне везде пришлось затирать музыку, а где-то даже затирать речь, потому что не хотелось просто так удаляться музыка. Нужно было именно удалять все. Поэтому если кто-то не знает, что случилось, знайте, что музыка под авторскими правами. Ну что, давай попробуем напасть, наверное. Интересно, будет он бегать или все-таки побежит на меня? Вот это мне интересно знать. Он, наверное, будет... Нет!
Смотри-ка, он не решил, ребят, отступать. Слушай, ну это и хорошо тогда получается. Раз он не решил, значит, мы можем бомбить его базу. Я не знаю, правда, кто сейчас выйдет здесь. Ох, ё. Вы серьезно? Ёк-макрёк. Гигант, ребята, в броне. Блин, а у меня лучников нету, прикинь. Я лучников не взял. Все надежда на магов. Есть, запинали мы его. Ну и славненько. Так, эту миссию мы прошли. 222-я. Поехали. Тут вообще 5 очков всего лишь на улучшение дали. Чё-то как-то несерьезно. Вообще, ребята, несерьезно. И что за задание? Пережить атаку на рассвете? Ух, ё, зомби-то сколько идет. А, у меня хил. Так офигели, у меня хил. Ну, хил. Блин, они... Нет, они пока не идут. Стоят, но их там много, ребята. Ё-моё, их там очень много. Пережить атаку на рассвете. Наверное, мне надо было все-таки прокачивать лучников. Хотя, кто его знает. Копейщики, они такие тоже, знаешь ли, бравые ребята. Тут же нет вроде бы этих плевунов, которые кидаются. Кислотой, по-моему, нету. А у нас... Вот мы можем с тобой активировать атаку на наших мечников. В принципе, они даже будут неплохо довольно-таки бомбить. В принципе, логично? Логично. Такс. Ты видишь, да? Побежали, побежали. Так, хилка моя успевает? Успевает, ребята, захилять. Все-таки периодически будут, да, такие нападки на меня устраиваться, я понял. И эти нападки меня не устраивают. А когда эта армада вся побежит, это что ж там получится-то? 2 минуты остаются. Я даже не знаю, как лучше делать. Стоит ли нам лучников-то делать или не стоит? Опять же, ребята, лучники, они не прокачанные у меня вообще никак. Да я, наверное, все-таки сделаю отряд лукаря еще. На всякий случай. Понимаешь, мне главное, чтобы Ё-моё. Куда он побежал? Ну, ёк-макарёк, ну... Видишь, они среагировали на лучника и побежали его, ребята, кромсать. Миновав, причем, всю мою вот эту вот оборону. Как бы это вообще не есть хорошо. Так, 1 минута времени. Я не знаю, если я успею мага сделать, я, конечно, бы сделал бы мага. Призвал бы. Но, блин, такая армия. Черт его знает, как тут лучше сделать-то. Как тут лучше сделать? Ладно, давай призовем мага одного. Возможно, это плохо, конечно, для нас аукнется. Но пока не попробуем, мы не узнаем. Вон она бежит. Армада очередная. Да, лучников они, конечно, кромсают тут вообще на изи. И они еще добытчиков моих бомбят. Вот что еще я тебе скажу. А лучник, да, погиб. А у меня что, всего один лучник был, что ли? Ну, получается, что всего один лучник был. Давай тогда двух закажем. Так вот сделаем. Толку от них, конечно, мало, мне кажется, будет. Хотя они могут взять на себя... Так, ребят, 4 секунды осталось. Сейчас побегут.
И наверняка бегуны будут. Что? Мне пришлось, ребята, активировать. Я-то думал, что это обычные зомби. А это, ребята, те самые, которые бросаются вот этой гадостью. И все? Я-то думал, мы сейчас тут будем с тобой сюсюкаться. Нет, вообще на изи разобрали. Слушай, а что будет, если я попробую, например, вот эту вот миссию пройти на невозможном? Я понимаю, конечно, всю сложность этого задания, но вот хочется мне почему-то попробовать. Блин, ты прикинь, там же выйдет у них великан этот здоровый, ё-моё. И он начнет бомбить. Может, я погорячился, а? Мы даже этих-то замучимся пробить. Хотя, если я сейчас, как и в тот раз, попробую сделать армию, огромную армию наших мечников, я не знаю, может быть, нам повезет. А может быть, и не повезет. Кто его знает. Ну что, начнем потихонечку клепать наших юнитов. Первые 4 мечника уже как бы готовы. На выход идут. Так, а я заказываю еще. Потом мы, если не ошибаюсь, брали магов, да? Мы брали магов. А что, я вообще без магов пойду? Глупо, наверное, да? Или не глупо? Но я знаю, что он первый, по-моему, на нас не пойдет. Кишка у него слаба, на нас первым, как говорится, бежать. Поэтому давай-ка мы, наверное, попробуем. Сколько у него тут? 3 лучника, 3 мечника и 1 капитан. Ну, капитанов-то я знаю, что он еще наделает. По-моему, будет там целый отряд у него капитанов. Возможно, бы он и магов, наверное, позвал. Просто мы не дали ему возможности этого сделать. Вон, видишь, капитаны уже пошли. Вот они пошли, капитаны. Или лучников нам сделать. Да кофиг ли лучники, они же не прокачаны у нас. Поэтому, как бы, я даже не вижу смысла на непрокачанных. Давай попробуем так вот сейчас пробежаться. Хотя бы вот этих закромсать. Хотя бы посмотрим, сможем ли вообще мы их закромсать для начала. Ну, намного дольше деремся, намного, ребята, дольше. Ну такие, блин, выстрелы летят. Но, тем не менее, мы с ними справляемся. Да, справляемся. Ну что, побежали еще? Марш-бросок сделаем. Будут отступать, интересно, или нет? Добьем, так сказать. Блин, ты посмотри, как мы этих... Блин, или надо было атаковать все-таки, а? Вот надо было их атаковать или не надо было? Сразу я имею в виду. Давай-ка мы, наверное, все-таки закажем мага одного. Чтобы он сделал вот этих своих мелких... Подслушников, они будут бежать впереди. И лучники будут, ребята, на них разряжать свои стрелы. Да, наверное, так будет поэффективнее. Ну что, один маг. Блин, конечно, желательно лучше два. А в итоге вообще ряд из 4 магов. Как бы я считаю, это было бы вообще эффективнее всего.
Так, ладно, маг сейчас доделается. Будем брать лучников или нет? Наверное, я все-таки возьму просто мечников. Вот он делает своих приспешников, вон они. Ну что вы, ё-моё, запутались что ли? Куда? А что они здесь-то стоят? Так. Ну что, друзья, я побежал. Попытка, не пытка, маг там еле-еле идет. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Да-да-да-да-да, лучники сразу же побежали. Ломаем, короче, тогда ему. Нам плевать на это подкрепление, да, он вызвал подкрепление. Сейчас, вот сейчас будет, ребят, самое страшное. Ну, есть. На невозможном, ребята, мы с вами прошли. Прекрасно. Так, слушай, а если я елочку потрогаю, выпадут из нее подарки или нет? Не? Все, подарки, друзья, закончились. Больше их, к сожалению, нету. Ну, нету и нету. Так, давай попробуем, знаешь, что тогда? Пройти и 222-ю на невозможном. Конечно, я не совсем, я уверен, что получится. Так, значит, там будут у нас зомби, да? Зомби. Ну что, типа я готов пережить атаку. Это хорошо, что у нас здесь есть хил. Вот это, ребята, действительно хорошо. Мы можем призывать к себе, кстати, лучника вот этого. Давай вызовем. Пускай он будет здесь стоять. На таком уровне сложности, я думаю, не зазорно призывать на помощь себе лучника одного. Давай, давай, ребята, добывайте быстрее мне ресурсы. Так, это будет у нас уже 6, да, получается? Сейчас первая армия побежит. Первая армия именно бегунов. А тут, не забывай, тут и плевуны, и бегуны, блин. Все, кого только пожелаешь. Рассадник такой. Вот они бегут. Блин, ну здесь они, конечно, ребята, посерьезнее. Лучник мой бедный чуть не получил, да? Чуть не отхватил люлей. Хорошо, его хилка отхиливает. Хорошо, они на хилку не падают. А если бы они на нее нападали, ох, было бы, наверное, не очень хорошо. Так, ну что у нас тут? 4, это уже получается 8. 12. Пошел уже следующий рядок заполняться. Чем больше, тем лучше. Через минуту, даже меньше, пойдет еще одно на нас нападение. Думаю, что мы выстоим. Больше, больше, больше просто нужно мечник. Вот они. Я просто на опережение, ребята, сыграл. Не-не-не, обратно. Сейчас вас медик будет лечить. Так, медик залечит. Слушай, ну, что будет, если я возьму мага? Призову. Я думаю, он лишним не будет здесь у нас. Я вот думаю, зря я, конечно, потратил энергию на лучника элитного. Ах, с другой стороны, ребят, ну... Где его еще призывать, как не здесь? Здесь ему самое то, самое место. Сколько там времени осталось? 1 минута, друзья. Через 1 минуту вся эта толпа побежит на... О! Не все так просто. Три-три-три, такая мясорубка.
Эй-эй-эй-эй-эй, спасайте мне моего лукаря. И опять моя магичка их залечивает. Красава. Значит, что я все-таки, наверное, еще призову одного мага. Или нет, не успею, уже поздняк. Давай заказывать просто мечников. 21 секунда остается. Сейчас побегут. Могу, конечно, и я побежать навстречу им тоже. А мне придется бежать, потому что здесь же, которые стреляются. Назовем их навозники. Навозники. Вот она идет, армия. Сейчас. Побежали. Вот они. Нифига они там бросают. Насколько помню, сейчас еще прыгуны типа бегут, да? Да нет, тут не будет никаких прыгунов, по-моему. Да, мы их... Ребят, мы их раздавили массой. Просто размозжили всех. На невозможном уровне сложности. И... Надо же, нам доступен ящик. Так, замечательно. Ну что, давай откроем тогда его. Один всего лишь. Подожди, открыть. В плане, вот. Надо было, наверное, так сделать. Жить. Прилетел в коллекцию. Открыть сундук. Так, ага. И все. И все. Да, скудненько. Ну что, дорогие друзья, а на этой ноте я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.